Понимает, что сегодняшняя встреча, она традиционная, но не с традиционными людьми, потому что сегодня гордость военно-воздушных сил России присутствует здесь, в Военмехе. Я хотел бы героев, которые только что были на экране, пригласить на нашу сцену. Гвардии полковник Андрей Алексеев. Гвардии подполковник Сергей Щеглов. Гвардии подполковник Александр Богдан. Полковник Анатолий Алехин. Я прошу прощения, гвардии полковник. Первый проректор Балтийского государственного технического университета Военмеха имени Дмитрия Федоровича Устинова Вячеслав Александрович Бородавкин. Вот, глядя на сегодняшнюю встречу, я вспоминаю немного истории. Когда-то в Военмехе начинались очень интересные творческие встречи, интересные программы проходили. Одни из них вызвали очень большой ажиотаж на Первой Красноармейской улице. В те времена милиция была даже конной в нашем городе. И вот чтобы навести порядок, приходилось пользоваться услугами конной милиции. Ну, времена, наверное, не те, люди стали более дисциплинированными. И теперь в Военмехе другие встречи, и мне приятно, что ваше знакомство с Военмехом начинается именно с теми, кто в небе показывает фигуры высшего пилотажа. Мне кажется, что в первый день масленичной недели самое время ходить в гости и искупать наших гостей аплодисментами. Вячеслав Александрович, Военмех – достаточно уникальное высшее учебное заведение. Насколько я знаю, выпустило 5 космонавтов России. Ни одно учебное заведение в мире не может похвастаться таким количеством космонавтов. Но, наверное, в Военмехе лучше вы расскажете, чем я.